Друзья, я нашла наушники, все шикарно. Теперь мы сможем быть с вами на связи всегда, в любое время дня и ночи. Сейчас соберется побольше людей, и вы услышите цитату дня. Моя мама вам ее прочитает. Мама, ты готова? Что? Цитату дня прочитать. Да. Сейчас я тебе скажу, когда. Цитата просто всех женщин. Ну, не всех, не всех. Ну, моей мамы нет, а моя вот стопроцентная цитата моей жизни. Сейчас мама вам ее прочтет. Нет, это я не буду считать. Я думала, кармологию прочитать. Нет, кармологию нам не надо. Нам надо другое читать. Сейчас тогда я сама вам скажу эту цитату. Сейчас вспомню. Значит, цитата звучит следующим образом. А, можно так. Вы так меня слышно? Напишите, да, нет. Только нет, у женщины есть ген выбирать самого уебанского, мужика. Но мне как учительница нельзя такие слова произносить. А тебя уже услышали? Правда? Ну, слышно, что мы говорим? Вы слышали сейчас мою маму? Короче, только уже... Я материться не буду. Как начинается эта цитата? Только этот ген есть у женщины. Только этот ген есть у женщины. Выбрать самого мужика и потом с пеной у рта самой себе доказывать, что он обалденный. Поднимите руку, у кого так. У меня такой ген. Я все время... Я сейчас в таком состоянии нахожусь. Ну нет, мой мужчина, которых я выбираю, они самые классные на самом деле. В этом моя и проблема. Надо всегда выбирать... Нет, я не знаю, что надо. Надо делать так, как велит вам сердце. Но вот это вот... Я выбираю всегда сложные варианты для себя. А потом мучаюсь. Это вот прям про меня. Но тут дело даже больше не в... в этом оскорбительном слове на «уе» мужика, а на какое бы слово заменить? Только у женщины есть ген, который она выберет какого маму? На какое слово это заменить? Слово аналога нет, там уебанский так есть. Офигенский тире «уе». Вы про такого, которого все понимают, что он гэ кусок, понимаешь? Но она, у нее ген и доказывает, что он не гэ, не гэ. Самой себе и всем окружающим. Да, я так делаю. Я всем доказываю, что самый, самый классный. Я вижу насквозь, я тебе говорю, ты будешь мне доказывать. Да. Всем большой привет. Короче, есть, да, у вас такой момент? И всем доказываешь, всем все очевидно. Ты как бы головой тоже понимаешь, но нет, все равно веришь в лучшее. Даже не в лучшее, а во что-то веришь, во что? Оправдываешь. Нет, а что? Я никого не оправдываю. Так оно и есть, он очень хороший. Самый лучший. Кто он-то? Он мой волшебник. Он мой бог. Я для него готова на все. Он повелитель мой, император. Меня уже никто не спасет. Так соедини же нас, оператор. Я с тобой бегу, папе там. Включи, пожалуйста, мне песню вторую ВКонтакте, в мою, пожалуйста, про Украину. Люди просят музыку. Почему на мизинце нет ногтя? Потому что у меня мизинец сломан под корень, я его выбила, когда мы с Борисевич ходили куда-то, я уже не помню куда, я ударила, и он у меня прям под корень вылетел, поэтому у меня сейчас он отрастает, я его не трогаю. Но вы сильно не обращайте на это внимание. А ты у меня есть друзья ВКонтакте? Мэри Кулешова ВКонтакте. Куда же моя маслица делась? Решим. Нашла? ИА-7, как-то так называется. Скучаешь по Лизе?
Ой, я вообще по Славе, по Лизе, по девочкам очень скучаю, потому что они уже мне как семья стали за это время. Мы очень-очень с ними сблизились. Со Славой я познакомилась близко. Мы переживали веселые, грустные моменты нашего путешествия вместе. И я сейчас одна, как сирота в холодном городе Москва. И они по мне скучают, мы постоянно на связи, поэтому... У нас такая грусть, печаль, ты покинь меня. Мам, ты включишь, пожалуйста, или... А чего ты фотографии не смотришь? Ты фотки мои смотришь, ты страницу мою смотришь, мам, музыка. Нет. У меня есть полно музыки. На, вот. Сейчас я вам включу классный трек. Украина. В смысле, а где музыка? Сейчас будет музончик. Мэри Кулешова. В смысле, это не я. Меня что, взломали ВКонтакте? А, нет, вот она. Я, мам, ты Мэри Кулешова, какую-то другую Мэри Кулешову нашла. Это не я была. Да? Да. Когда мне было 14 лет, я мечтала, чтобы у меня были фейки. Теперь они у меня есть. Ну, чтобы, типа, кто-то притворялся мной. Чистосердечное признание такое, знаете, сейчас запилила. Давайте послушаем музыку. Нравится песня? Песня называется «Сгораем дотла», дальше английская «и», английская «эй», дальше «seven», «семь», вот так вот там. Слушайте, «Украина», там поется «кокаин», моя мама поет «Украина», «Украин», «Украина», мама у меня поет «Украина», мама же смотрит мой эфир параллельно. Тональник у меня TenX с Неллевского магазина. У меня здесь стоит и маковский, то есть и у мамы в Софлоран в комнате. Но мне почему-то, я не знаю, мне больше всего нравится этот тональник. Я не могу с ним прям расстаться. Пришли свой скрин, аудиозаписи. Я слушаю музыку. Я музыку на iTunes сейчас слушаю. Челку? Я хотела подстричь, я не успела у Арминки ничего сделать, мне надо было на ресницы бежать. Я музыку слушаю, ну, в Apple iTunes, или как она называется там. Почему не приходишь дома 2 в качестве эксперта? Не зовут. Что кушала сегодня? Сегодня я кушала сыр моцарелла, салат цезарь, красную икру, пила чай, кофе. Ой, мамочка, можешь мне, кстати, сделать кофе 3-1, моя любимая? Я хочу вот себе челку, но боюсь, вдруг она не пойдет мне, потом отращивать долго. Ну смотри, у меня уже отросла, ты не делай себе такую прямую челку, ты сделай себе, как я делала, вот такое, по бокам. Видите, в поиске Мэри Кулешова, несложно. Ну реально, меня же все находят. Зависишь, что ли? Почему Лиза тебя послала? Куда? Зачем? Я ВКонтакте записана Мэри Кулешова. Как сказать парикмахеру? Просто косую челку. По бокам, да. Но я так и сказала, сделайте мне вот так вот. Найдите фотки звезд каких-нибудь в интернете, покажите. У меня челка прямая была всю жизнь, теперь мучаюсь, отращиваю. Ну а что мучиться? Вот она у меня. Я ее просто либо убираю вот так, делаю гладкие волосы, либо я выпускаю, она у меня так красиво лежит. Почему обо мне пишут грязные вещи? Обо мне пишут грязные вещи, я не знаю, почему про ангела пишут такие ужасные слова. Ну, потому что все пропало. С кем идешь в кино? Иду в кино с подругами. Задайте мне какой-нибудь вопрос, давайте с вами порассуждаем. Я очень вдохновленная.
Давно эфир нет, только начался. Давай, Ярославенька, мы уроки сделаем. Нет, мам. Мам. Водным, воздушным. Одну карту вытащи. Интересно. Ну давай одну карту вытащу. Давай. Это интересно. Ну просто видишь, разные конфессии тут собраны. У тебя своя конфессия. Чем ты вдохновлена? Я влюблена. Сначала идут огненные, потом земные знаки. Давай. Кармология, я буду. А потом будешь тоже трактовать. Это кармология. Сейчас для огненных знаков. Совет дня. Совет на этот день? Хорошо. Или на неделю? Нет, на этот день. Для огненных. Я огненный знак. И для всех огненных. Ты приготовил. Для всех огненных, а именно овны, львы и стрельцы. Угу. В кого влюблена? Мне есть кого любить. Как все, я всегда кого-то люблю, я не могу без этого жить. Не кого-то, я люблю всегда одного. Сейчас подумают. Язык мой враг. Ладно, все. Так, совет. Вот которая карта будет. Я ее уже это. Давай еще раз, которая. Там что-то с любовью было связано. Так, огненные знаки. Совет на один. Кармологическое что? Кармологический совет. Совет карма. Совет карма. Огненные знаки. Карты, подскажите, пожалуйста. Огненные знаки. Ну, давай, доставай. Итак, смотрим. Опачки. Там по-английски, наверное. Ну, давай, что ты тянешь резину. Ну, я хотела показать зрителям. В2. Молчание. Да, я хотела покажу. Молчание? Да, прочитай молчание. Молчание. Молчим о том, что уже вот-вот, как нам кажется, произойдет. Сказав, мы прерываем программу свершения. Это было для огненных знаков. Так, и каждый сейчас для себя сделал вывод. Значит, мне сегодня надо промолчать, да? Вообще помолчать. Да, вообще помолчать, делать. А я уже все сказала. Почему мы с утра этого не сделали? Я уже все наговорила, понимаешь? Уже даже больше, чем надо. Я уже все. Полночи говорила, ты на меня орала. На, теперь так, давай. Земные тельцы. Козероги. Козероги. И дева, да? Так, земным знаком дайте, пожалуйста. Ответ кармический. Кармический ответ. Ребята должны за земные знаки. Дева, сейчас слушайте, для вас. Львы, значит, закрывайте свои рты. Стрельцы и овны тоже. Сейчас я концентрируюсь на земных знаках. Нет, вам не закрывайте рты, а молчать о том, что вот-вот уже, как нам кажется, произойдет. Как... Любовь, мне кажется, у меня уже произойдет, надо об этом помолчать. И я вот уже все взяла и все рассказала. В общем, мама мне показывает, а виска крутит вообще. Ты же сейчас делаешь энергию для знаков Земли. Все, знаки Земли, все, знаки Земли. Надо настроиться на Землю. Я представляю тельцов, я представляю деву, я представляю козерога. Итак, смотрим. Совет дня. Вот так выглядит. О! Ваша карта. 0,9. Сейчас посмотрим. Идет знак, советуемся со смотри, вот прочитаем. Давай. 09. Желтая 09. Смерть. Смерть. Советуемся со своей смертью. Действуя сегодня, поступаем так, как будто это последний день. Значит, собираемся, идем гулять. Совет для козерогов, для девы и для тельца. Если вы над чем-то думаете, если вы сомневаетесь в чем-то, просто берите, рубите с плеча, дерзайте, действуйте, я не знаю, долбите лед, пошите землю руками, просто, если вот есть какие-то сомнения, хотите написать кому-то, сомневаетесь, надо писать, не надо, а что он подумает, потому что пишите просто, говорите, день. Вот нам надо помолчать, а вы пишите, говорите о своих чувствах, кричите о них, а вот нам надо как будто держаться. Это последний день вашей жизни. Да. Теперь для водных, да? Кто там идет? Близнец воздушных. Теперь для воздуха. Это близнец, это водолей и это весы, да? Ой, подожди. Близнец, водолей, весы и... Ну, то водолей, весы, близнец, кто там? Ну, идет? Все. Нет, 12 шейх. Какой мы сейчас делаем? Я уже забыла. Воздух. Сейчас мы делаем воздух. Да, близнецы, водолей, весы. Давай. Близнецы, водолей и весы. Близнецы. Рыбы, подожди, сейчас чуть позже.
Так, дайте, пожалуйста, ответ кармологический для воздушных знаков. Воздух. Воздушные знаки. Дайте ответ для воздушных знаков. Ответ для воздушных знаков. Ты должна теплую карту взять в руку, которая прилипнет к тебе теплом. Как бы она раз отделится от колодцей, да? Да. Возьми вот эту карту еще, добавь, она не расслабляет. Так. Хорошо, постарайся. Я стараюсь. Я вижу, надо сумочка. Интим. Ну, как номер какой? R2. Дай я покажу зрителям сначала. Это очень, ребят, крутые карты, R2. Держи. Это не интим, а начало. Начало. Значит, начало. Начиная что-то, лучше договориться обо всем на берегу. Одинаковое видение ответственности, ролей, преимуществ, шансов, рисков, прибыли и убытков способно предотвратить много проблем. Сейчас вам еще раз прочитаю. Герман, привет. Начало. Начиная что-то, лучше договориться обо всем на берегу. Это интерпретация. Как это расшифровать? Обо всем проговорить, все вопросы проговорить, все темы проговорить. Да. Значит, земле и воздуху надо сегодня говорить, а огню надо наоборот. Рот на замок. Одинаковое видение ответственности, ролей, преимуществ, шансов, рисков, прибыли и убытков способно предотвратить много проблем. Так, и последние водные знаки, хорошие, кстати, очень чувствительные, очень самые интуитивные. Самые крутые, да. Молодцы. Всё. Мужики у меня активизировались здесь, ну-ка, где они? Так, водные знаки. Все сами знают, кто такие водные знаки. Да, так. Все водные знаки себя знают. Раз, скорпион и рыбка. Посмотрим. Эта книга психологическая. Ее написал один очень умный мужчина. Психотерапевт. Врач. Да. Это не гадание. Смотрим. Вау. Так выглядит ваша карта. Какой номер? Посмотри там. К8. Значит, для водных знаков, слушайте, роль. Если хотим занять какую-то роль в мире, нужно просто начать вести себя так, словно это уже произошло. Становимся хозяевами своей судьбы. Это для водных знаков. Для водных. Выбрать роль свою и так продолжать вести. Всем здравствуйте, кто только что пришел. Все, ребят, я вам рассказала ваш настрой на день. Правда, уже скоро вечер. Проведите правильно это время. Я уже его провела неправильно, судя по картам. Так, сейчас я включаю вам классную песню, романтическую. Я пошла на улицу. Мне надо проводить день, как будто он мой последний. Да. Я лев. Лев, львы у нас сегодня молчат. Всем привет. Я вообще никак ни про каких женихов не говорю в прямом эфире. У меня нет женихов. Нет, у меня нет молодого человека. На зима чувства. И каждый раз. Да, я всех слушаю. Песня, я уже сказала, на зима чувства. Лесбиянка. Кто? Ты? Написали. Ты? Да. Угу. Так, ну, ребят, задайте какой-то вопрос, что мы уже... Я сохранила эфир. Все знаки вы посмотрите. Кому интересно, я сохраню этот эфир, посмотрите еще раз. Скажи, ради мужа ты готова бросить работу в интернете блогера? Да, спокойно вообще. Меня в жар бросило сейчас.
Я иду в кино. Да, встречаюсь с папой. Веришь, что можно приворожить? Можно приворожить своей энергетикой, можно приворожить какой-то своей женственностью, но гадалкам я это нет. Приворот там какой-то на месячных и тому подобное, я это не верю. Хотя были такие случаи, много мне рассказывали. На какой фильм? Я же вас спросила, на какой фильм ходила Рай? Вот на тот я и иду. Пойду пару тысяч приворожу. Давай, мой хороший. Желаю тебе удачи. И всего самого хорошего. Номер, конечно, у тебя шикарный. Все пришли ко мне. Траш-триндафилиди. Шикарного вечера вам. Я твой поклонник еще с дома. Дельфин, ты мочишь, реально. Еще с дома один, пишет мой поклонник. Лиза, как дела? Мама мне говорит, накрасься, пожалуйста, не пугай людей. Спасибо, мамочка. Я твой поклонник еще с дома один. Чего все ржут? Как пережить измену? Очень, не знаю. Нет, ну сердцу не прикажешь, понимаешь? Что все пройдет однажды. Она его видит в каждом. Спокойно, полюбить себя. Спокойно. Измена на самом деле физическая не так страшна. Страшнее переживать то, что мужчина больше к вам абсолютно ничего не испытывает. Вот это вот действительно тяжело принять. И понять, потому что каждый раз девушка надеется на то, что она будет его одной единственной, то, что он передумает, все-таки полюбит, старается и тому подобное. А где Лиза? Лизонька моя, ты здесь? Лизонька моя, девочка моя, куколка моя. Так, Веном прикольный фильм, я ходила на Веном, когда на проект вернешься? Никогда. Расскажи про знак зодиака Телец. Тельцы – фундаментальные приземленные знаки, которые любят бабки покушать и не очень любят заниматься сексом. Она писала, чтобы ты ее добавила. Где она, Лиза? Напиши, я тебе добавлю. Лизонька, напиши мне, я тебе добавлю, кружка моя. Лизонька, где моя девочка? Где моя куколка? Самая красивая моя крошка. Про близнецов скажи. Близнецы классный знак, своеобразный такой. Вспомните Виталика Малышева, и все станет понятно. Один день за наших, другой день за ваших. Ой, какой хайлайтер у меня новый хороший. Прям прикольный. Шикарные волосы, спасибо большое. Раки, семейные знаки. Слушайте, ну что, вот расскажи, заходите в Google и читайте, там все рассказано. Рыбы вообще уникальный знак, который собирает в себе все 11 предыдущих. Скорпионы, скорпион кто, женщина, мужчина? Как тебе львы? Львы добрые очень. Я лев, я очень добрая. Мне можно лапши на уши навешать просто. Хвалите меня, я уже все, я растаяла. Меня приголубить, похвалить, по голове погладить, наврать, я люблю ложь, мне надо врать, я прям говорю об этом. Мне мама только начинает что-то говорить, просто еще даже она мне еще нанегативить, мама не успевает, я уже разворачиваюсь, ухожу в другую сторону, говорю, все, я не хочу это слушать. Как только я чувствую, что мне что-то не понравится, то, что я сейчас не хочу это слышать, я разворачиваюсь, иду в другую сторону и разговариваю сама с собой, говорю, все, я больше не хочу общаться. Львы и мужчины очень тяжелые характерами. Ненавижу мужиков львов. Ненавижу просто. Самовлюбленные, эгоистичные, глухие, тяжелые очень. Рак женщина переживательная, мнительная. Вы знаете, я в мужчинах больше разбираюсь, в женщинах плохо разбираюсь. Скорпионы, девушки, вот у тебя астролог скорпион. Как она? Нет, скорпионы, девушки долго могут терпеть, опасные девчонки все это знают.
Потом как ужалит, как долбанет, 4 раза больнее. Все мстительные скорпионы вынашивают месть. Это, знаете, очень много аспектов. Например, Лиза и Слава, да, 2 родные сестры, 2 водолейхи. И что они абсолютно разные просто, абсолютно. Я такого еще разных сестер настолько я еще никогда не видела. Это зависит от асцендента. У Лизы асцендент в гардеробе. А у Руслана в другом месте. Овен девушка, обожаю. Прям мой знак, люблю овнов. В принципе, и мужчины меня привлекают, овны и девушки. Мне нравятся огненные знаки, вообще их люблю. Такие яркие, знаете, позитивные, всегда вот это. Ну, внутри много, может быть, ран, переживаний. Лев-женщина, ну вот я лев-женщина. Козерог-женщина, моя мама козерог-женщина. Львы охеренные. Это правда. Очень классные львы. Так, что там еще у нас по музыке? Водолея классная. Какая же ты страшная, написала мне Юлия. А чем страшнее, чем? Чем я страшная? Понять не могу. Рак, 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 рак. Так получилось, что... Ты куда нам? Пойдем со мной в кино? И что ты побежишь? Куда, в какую сторону, я понять не могу, ты сейчас побежишь. Последний раз, смотри, там под машину мне не попади. А ты сейчас побежала, волосы назад. Неуловимая снежанка. Мне надо бежать. Да, молитва. Я хотела поучиться, но сказали бежать. Ла-ла-ла-ла. В смысле, мам, накраситься, не пугать людей? Я красавица, днем и ночью. Да, не привязывал. Настроение у меня великолепное, шикарное. Мне моя мама в прямом эфире пишет. Мама, ты дома? Мне мама в прямом эфире пишет. Реально, что парней так много у меня сейчас в прямом эфире сидит. Это что произошло, я понять не могу. Отвечаю людям, когда спрашивают. Так, вот сейчас кто заматерится здесь? Здесь моя мама. Всем дам по попке. В зал ходишь, да или нет? Да, завтра иду в зал. Да, она ходит в зал, я ее арт-директор, поэтому отвечаю на некоторые ваши вопросы. Здравствуйте, приятно познакомиться, мой арт-директор, отвечайте мне, я буду только рада. Если видите какой-то вопрос и знаете на него честный, правдивый ответ, отвечается. Расскажи о мужчинах Скорпиона, Скорпионах, Саймон, Сэм Скорпион. Тяжелый, для меня очень тяжелый, я прям не могу его. Выносите. Для меня дева тоже тяжелый знак. И женщина, и мужчина, дева для меня. Прям... У меня нет ни подруг, ни друзей. Для меня тяжелый знак это. Тебе новое платье, я обожаю их снимать во время объятий. Я по гороскопу лев. Поэтому давайте там. Снежана, ответь, плиз. Парень козерог, девушка водолей. Мам, ответь. Алло, алло. Ха. Рыбу девушку, пожалуйста. Не знаю рыб девушек. Про девушку скажи, пожалуйста. Деву, я не знаю.
Так, если вам это все так интересно, знаки зодиака, мы можем отдельно провести марафон. Я подготовлюсь. Я не была ни от кого беременна. Что за бред? Даже не надо этого писать, иначе я вас заблокирую. Потому что этот гон, понимаете, с таким не шутят. Вы можете написать мне, что я там какая-то не такая страшная, а вот с беременностью с такими вещами шутить нельзя. А скажите, пожалуйста, женщина телец, парень рак. Тебя манеры, королева, тело Венеры. Так и делай, чего не меняет. А что, ВКонтакте только две песни КамАЗа, да? А ты мой падший ангел. Чехол помойте, девушки. Мам, чехол помой на своем планшете. А ты мой падший ангел. Вечно рвешься наружу. Гном, ха-ха-ха-ха-ха. Кто меня оскорбляет? Так, ладно, давайте поговорю с вами, друзья, что мы совсем я разбаловалась. Так, что мне, эти ресницы красить? Ой, ресницы, тени красить? Ты уже приехала? Да, я приехала. Аслан, привет, ты уже 70-й раз со мной здороваешься. Зачем вы тогда подписаны на нее, если она некрасивая и не нравится вам? Я не знаю. Зачем они подписаны на меня? Ты красиво рисуешь? В детстве красиво рисовала, а сейчас не очень. Скажи адрес, скорую вызову. Мне это не помешает. Сколько тебе лет? Мне 23 года. Вечно рвешься наружу. Короче, мне не красить, да, тенями глаза? Не буду красить тенями глаза. Я не знаю, каким цветом мне губы накрасить. Песня называется «Падший ангел» КамАЗ. Вот девочка написала. На кого училась? Училась на рекламного агента. Выбор моей мамы. Скажи, пожалуйста, что за шрам на лбу? Я была маленькая разбойница. Я вела себя как мальчик. Мэри, привет, Сангарска, что с Аней поругалась, не общайтесь. Аня просто сейчас на Эльбрусе находится, поэтому мы не общаемся. Аслан, я не замужем, но я в процессе, я в поиске мужа. Я в процессе. Хочу замуж. Надо такую, знаешь, табличку идти. Я вообще считаю, что нужно сделать митинг одиноких девушек, которые хотят найти свою любовь, собираться раз в месяц в центре Москвы, идти такой конспирант с табличкой, где будет написано там «зеленые глаза, русые волосы» или там «такой-то рост, доход там от 500 тысяч рублей». И идешь, ищешь. И мужчины также, например, брюнетка, рост 160, карие глаза, на руках татушки, миниатюрная, жгучая, офигенная, обалденная, нереальная и тому подобное. Как ты ухаживаешь за волосами? Скажите, пожалуйста, сегодня я делала маску для волос, помыла голову и расчесала их. Не спеши замуж детей, спасибо большое за поддержку моральную. Сама ты чушка, а она турбо-пушка. Ого, круто, спасибо. Так, Русланчика я блокирую, он меня уже достал обзываться. Сейчас всех буду блокировать, не поленюсь. У меня уже скоро телефон сядет. Как проходил мой переходный период, это было тяжело.
и для меня, и для моих родственников, но мы с этим справились. Да. Но на самом деле хочу сказать, что мой переходный период еще более-менее, потому что есть там знакомые у нас, где намного тяжелее проходит переходный возраст. Но это период такой, я думаю, 80% семей нужно пережить этот момент, а потом будет очень хорошее и теплое отношение с родителями. Только одно я могу сказать точно, что подросток в этот момент не понимает, что у него происходит переходный возраст. Как вылечить волосы? Крашу черную постоянно, поэтому тяжело. Вам нужно салонные процедуры, витамины пить. С кем тебе проще, с Лизой или со Славой? Мне с ними, с обеими комфортно, но я скажу точно, что если бы вы были новый человек в нашей компании, вам нужно было бы их понять и привыкнуть к ним. Ну, также Лиза, кстати, про меня сказала, что я к новым людям прямо закрыта. Я как будто бы их нет для меня, если мы в одной компании, я закрыта, я не буду общаться. Такая я своеобразная, ко мне тоже я понимаю, что надо людям привыкнуть. Это я с вами такая какая добрая, хорошая. А так нужно подпривыкать к каждому человеку. Сургут, привет, ты меня игноришь? Нет, не игнорим. Что под пижамой? Что под пижамой? Что под пижамой? Что под пижамой? Под пижамой, конечно же, ничего. Эротик, шоу не будет. Сколько за ночь она берет? Знает кто? Павел Джедже. Век будешь работать, не заработаешь. Потому что знаешь почему? Кто к торгу страстному приступит? Свою любовь я продаю. Скажите, кто между вами купит ценою жизни ночь мою? Вот убьешь себя, потом поговорим. Расскажи о себе. А что мне рассказать о себе? Обо мне все прекрасно знают. В чем моя и беда. Потому что не хотелось бы. Хотелось бы, конечно, вести закрытый образ жизни, но если бы я его закрыла, то... Короче, все, я уже засыпать начинаю. К тебе приеду, остановиться можно? Ты же теперь любишь гостей. Лиза, останавливалась же? Конечно! Приходите! Заходите! Вообще, я на пол лягу. Вообще, подписчики, заходите. Какой объем ресниц? 3-4D. А мне очень нравится. Первый раз тебя вижу. Алексанчос. Алексанчос. Оставайся со мной, подписывайся, будем с тобой дружить. Когда приезжать, спрашивает. Проблема в том, что у меня осталось 10% на телефоне, вообще не хочется с вами прощаться. Весело мы с вами... Он верит реально, что его можно... Ты хороший же человек, понимаешь? Как я ну, раньше... Лиза позвала же! Можно не ахать, я не глухая. Он верит реально, что... Ты это девочка. Девчонка. Она верит. Да. Вот я бы отдала твоих вещей целый чемодан, который там на балконе. Кто хочет, скажи, пусть приходит. Вот начинается, мам. Или выкидывай их туда. Мам. Выкидывай их на помойку все, выбрасывай. Дома два твои пиджаки. Сколько стоит однушка мытища? 3 миллиона. Моя душа другая, может, вы вот с моей мамой так не шутите. А то она сейчас с эклером подавится. Буду тут откачивать ее. Смерть в прямом эфире, блин. Подавилась от эклера, потому что захотели приехать гости из Казахстана. Скоро приеду, напишу тебе. А я вот верю, что может когда в один прекрасный день кто-нибудь прийти и сказать, может, вы будем подписываться. Вы же обещали. Нет, вообще, ребята, это была шутка, кто не понял. Не надо ко мне приезжать, потому что я, у нас дома не будет. У меня, блин, губа разодрана. Мама. А тебя подождут.
А где вы будете, спрашивает? Я не шучу. Мы будем... Где? Мы улетаем. Далеко, вы не знаете такой страны. Как перестать все покупать из одежды? Ой, как я этим болела, друзья. Сколько я денег тратила. Помнишь, я вообще каждый день в новой одежде приходила. Выходила из дома. А куда ты сейчас пойдешь? Я как с проекта ушла, я выходила из дома, выходила в одной одежде, возвращалась в другой с пакетом. Потому что я заходила, переодевалась в магазинах. Просто каждый день я покупала себе какую-то одежду. Так, может быть, познакомимся? 100 раз просил тебя. Ты понравилась мне. Давай познакомимся. Привет. Очень приятно, что я нравлюсь. Да куда вы уезжаете? Вы врете, пишет. Клевые булки будут наказаны, выбриты, выбриты, гелем намазаны. Не надо, сейчас реально начнется. Я этого не переживу. Я переговорю, в реале познакомимся. Моя мама хочет познакомиться. Иди мой посуду, Слёва. Привет с Вахрушева. Вахрушев, как вы там, живы? Вахрушев, моему дорогому привет. А кто это пишет? Не знаю. Как у вас там вообще... А кто это пишет, спроси? Как жизнь? Кто это мне написал с Вахрушева? Мы там всех знаем. Сколько лет маме? 74. Баба Ягодка опять. Мама смешинку проглотила. Мама вон эклерчик сейчас хорошо проглотила, на ночь глядя. Дай покажу лебедей, которых я связала, мам. Вот прилежат. Быстрее, это у тебя сейчас телефон сядет и не будет. Они в озере. Я связала лебедей. Пусть они целуются. Лебеди целуются на крыше. Вот она сама любовь. Мэри, где делаешь ногти? За 650 рублей у мастера на Новом Арбате. У них шторм! Шторм! У меня 2 сестренки, Настя и Яна, я тебя поздравляю. У мамы голос лучше. Ну-ка, мам, скажи что-нибудь. Зачем вы вот моей маме пишете вот эти сообщения? Она потом на мне злость срывает. Она мне начинает тут терроризировать меня с самого утра. Ты в угаре? Нет, это мое нормальное состояние. Поставь на зарядку. Если поставлю на зарядку, то у меня наушники отсоединятся, а мне нужно же сам сказать. Так, или мы идем в кино, или мы вообще идем в кино. Ногти половина моих, половина нарощенных. Ты заганка или нет? Нет. А чё окна-то не моешь? Помой. А мы окна сами не моем. К нам приходят люди домой окна мыть. Если есть желание, приходите окна у нас помоете. Мы помыли уже одно. У нас уже всё пришли, помыли у нас. Чё вы издеваетесь над нами? Они замечательные дела, приходят убираться. Да, приходится раскошеливаться, тратить деньги. Привет, ты считаешь свой эфир интересным? Я не скажу, что мой эфир как наполнен какой-то полезной информацией, но мы немножко погадали, мы немножко углубились в астрологию, мы немножко послушали музыку, мы немножко посмеялись, и вот сейчас немножко общаемся. Если я кому-то импонирую, то я думаю, для тех людей и будет. Да, я думаю, убираюсь сама, и сегодня протирала пыль.
Что, мам? Ну, ладно, нет, я же соврала. Ну, пыль я протирала, но как бы так, чтобы убираться, я не убираюсь. Уже спрашивают, на каком этаже мы живем. Вышла бы за чеченца. Да, слушай, вышла бы я замуж за чеченца, мам? Да, а то, что он потом гулять будет от меня. А мы его ножичком зарежем. Да, потом придет орда чеченцев и перестреляет всю нашу семью. Не надо думать о хорошем народе в таком ключе. Они хорошие люди. Зато ты с чеченцем будешь тихая культура. Губы за 12, но от меня за 9 вы можете получить скидку. Я могу вам дать мастера своего. Буду вам признательна, если вы все под последней публикацией напишите комментарий. Вот так вот. Была на Урале. Если да, то где именно? На Урале я была в Екатеринбурге, на Урале я была в Перми, в Тюмени я была. Тюмень это же Урал, да? Была вот на Урале. Губы я делаю у доктор Дик. Он говорит, что приедешь, но если судьба приведет. Ты была на Кавказе? Нет, на Кавказе нигде не была. Больно колоть губы? Хочу, но боюсь. Нет, не больно. Вообще можете не переживать. Главное, настрой позитивный, в хорошем настроении идти, не бояться. Спокойно расслабиться, кайфануть. Это такая приятная боль. Я ее люблю. Новосибирске, конечно, была 2 раза, была в Новосибирске. Сколько процентов? Вот-вот, сейчас просто уже все. Нет, я не знаю, короче, зайчики, кролики мои, любимки мои, лапусеньки мои, мои пупусечки, мои лосладусечки. В Серове была? Нет, не была. Что делать, если парень не звонит? Напиши ему сама, я так делаю. Ты придешь на благотворительный вечер? Да, меня позвали, да, скорее всего, приеду. Правда, что сам тебя еще любит? Нет, он меня не любит. В Сибири в ресторане или в Сибири в Новосибирске была? В Сибири я была в Новосибирске, была в Ангарске, была в Иркутске. Вот я была в Сибири. Ой, котята, как раз эфир у меня закончился. Все, осталось 1 минута 55 секунд. Я вас целую, зайки. Пока, мои кошечки очень. А все, у меня все, люблю, 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 обожаю вообще.